Здравствуйте, в эфире новости 24. Прямо сейчас мы расскажем о самом главном короткой строкой. Безопасность превыше всего. В Крыму появится боксированная машина скорой помощи для особо опасных больных. В автомобиле замкнутая система вентиляции и усиленные фильтры. Кроме этого, для станции медпомощи в 6 городах полуострова закупят специальные носилки, которые не позволят переносчикам инфекции контактировать с окружающей средой. Работы на трассе Таврида теперь будут идти круглосуточно. Об этом сообщил пресс-секретарь Крымского управления подрядной организации ВАД. Сейчас на двух этапах дороги укладывают третий слой асфальта, и завершить строительство планируют в сентябре 2020-го. Помочь не словом, а делом. Власти Севастополя поддержали волонтеров, которые кормили бездомных и малоимущих пенсионеров. В городе Герои планируют открыть полноценную столовую с посадочными местами на 50 человек. Но льготами смогут воспользоваться только пожилые люди и многодетные матери. Для бездомных организуют уличные пункты. На полуострове планируют создать научный центр мирового уровня. Свои идеи представили все регионы. Ведущие научные учреждения Крыма сформируют предложения для создания центра до 10 марта. На этом пока все. Оставайтесь с нами, чтобы первыми узнавать актуальные новости полуострова.